А вы думаете, у меня женьган сразу получилось? Ну, когда не получает, я что, дура, что показать? Не показывает. Начинаем лаваши печь. Уже почистили. А еще и голенькая. Она вот там надувается, не отвалится? Нет, не отвалится. Смотри, как красиво. Все делаем с любовью. Есть, вы посмотрите, Свет, покажи, какой лаваш. Вы видите, что это такое? Это армянский традиционный лаваш. Гости придут, делаем, не придут, делаем. Вот смотрите. Вот это знак такой, что у меня гости просто не то, что хорошие, просто душевные. Тоже вот так мы всегда проверяем. И посмотрите, какое тесто. Это для тебя я это тесто делала. Ух, что ты! Проверять тебе, какая ты. Какая я? Вот такая ты хорошая. Боже мой, ну как не сказать. Это глаз делаем, чтобы чара хапами. Смотрите. Дай, пойду я сниму свечи. Смотрите. Моя гостья тоже хочет печь. Мочила? Нет. Света, делай. Подожди, арабская моя девочка. А если цельку мать отточи? Только нет, нет. Один там, два. Вот ты. Так, мигатэ. Все, научу, учу. Это мастер-класс. Ах, чьи, воронгни, Света, из банчалекс. Ай, ты не ковар. А я посмотрю, хозяйку. Вы хотели горелый хлеб? Вот. Это вам урок, что девочки, не каждому это дано. Это сложно. Я сама и пеку, и готовлю. Но это... Ой, баура лаваш. По-карабахски, как говорят, кутана или как? Кутана яйки. А где лаваш? Лавашечка. Ничего, Лена, катай. Только внимательно. Смотрите, какие лаваши, а какая тесто. Я тесто делала проверять Лауры. Вот смотрите, какая чудо просто. У Лауры лаваш получила куц. Что это? Так, теперь моя невестка. Русская невестка печет армянский лаваш. Внизу. Чё, сила нету, что ли, я тебе? Чем кормлю? Бей! Война! Война! Нет, уже все, она хватила. Видите, она же старается. Даже у карабахских не упала, у русских осталось. Света, смотри, как Ну, зато карабахский печет жангел необычно. Да. Видишь, какая у нас друзья, такая дружная. Вай. И ереванская, и гаястанская, и эчмиадзийская, и русская невестка, и карабахские подруги. Лена у меня вообще в Зеленокумске родила. Смотрите, чисто настоящая армянка. А вот и, пожалуйста, моя невестка пекла. Конечно. Пускай, хорошо, что умеет. Надо бить, не жалеть. Как красиво свеча. Так, Гарабанда не успокоится. Смотрите, что она делает. Она говорит, я умру, если не пеку. Лаура, с этой стороны. Не торопись. Держи, вот, хватит. Смотрите, какой лаваш моя русская невестка пекла. Пример всех армянских девочек. Надо учить и стараться. Никогда не говорить, не получится. А вот это карабахская. Но она моя хорошая очень. Смотри, какая тесто.